Доверяете ли вы судам и милиции в Донецкой области? Судам не очень. С милицией не сталкивалась. Девушка, вы такой смеетесь. Кому сегодня доверять можно? Кроме самому себе. Никакой власти, никакой ничего. Ну нету сегодня власти. Какая власть может быть? Доверяете ли вы милиции и судам? Да. Доверяю. Доверяю, потому что я пенсионер МВД. А судебной власти? Нет. Доверяю ли? Уверены ли вы в них? На данный момент не совсем. Хотелось бы лучше, чтобы было. Доверяете ли вы судам и милиции в Донецкой области? Да, вообще никому не доверяю. Не только судам и милиции. Вы имеете в виду что? Доверяю ли я? Ну а что нам еще остается?